Развитие современной сети автомобильных дорог – первостепенная задача для повышения конкурентоспособности экономики, развития транспортного потенциала и расширения экспортных возможностей. В этой связи Комитетом по автомобильным дорогам ведется масштабная работа на местах. Очередной адрес – Фергана. До сегодняшнего дня в области уже отремонтировано более 150 километров дорожных артерий. Детали далее. Ферганская область, она сегодня охвачена масштабной созидательной работой, в том числе и по строительству и реконструкции автомобильных дорог, общая протяженность которых в регионе составляет более 19 950 километров. Свыше 4 тысяч из них общего пользования, без малого 15 920 внутренние, межхозяйственные, дороги населенных пунктов городов и сел. Разумеется, их эксплуатация, ремонт и строительство требуют немалых сил и средств. И в этом плане важное значение имеют проводимые главным управлением по автомобильным дорогам Ферганской области практически мероприятия на основе адресных инвестиционных соответствующих государственных программ. Их масштабы все более расширяются. В частности, в нынешнем году запланирован ремонт свыше 803,5 километров дорог, на что направляется 326 миллиардов 600 миллионов сумму. До сегодняшнего дня данная работа уже выполнена на протяжении более чем 150 километров и освоена 73 миллиарда 700 миллионов суммов. В частности, такие созидательные работы коснутся 5-километрового участка дороги 4Р-112, пролегающей по территории Риштанского района. Также будут проведены работы по текущему ремонту дорог. Также в рамках инвестиционной программы нынешнего года определено охватить созидательной работой 5 километров дорог на 25 миллиардов сумм. Дорожные строители уже выполнили их на более чем 14,5 миллиардов сумм. Кроме этого, в рамках программ по текущему ремонту намечается охватить им свыше 242,5 километров автодорог, на что направляется в общей сложности 74 миллиарда 600 миллионов сумм. Современный подход и к приведению в надлежащий вид проходящий по территории Алтарыкского района Ферганской кольцевой дороги Р-112 полностью ремонтируют более чем 8-километровый ее участок и уже сдали в эксплуатацию 2,5 километра. Особое внимание к качеству работ. Что касается внутрихозяйственных дорог, то только на основе программ «Обод-Кшлоп» и «Обод-Махаля» строительство и ремонт коснутся их 531 километра. В том числе 227 километров покроют гравием, 219 с асфальтом и 85 километров цементобетонной смесью. Примеры подобные работы ведутся на улицах Фуркат и Бобур схода граждан Махали, Увайси и Дангаринского района, передвижение по которым прежде доставляло массу хлопот как пешеходам, так и автотранспортным средствам. Проектом учтены все детали. Выравнивается и готовится к асфальтированию земляной и полотно, строятся ирригационные сети. На расстоянии, превышающем 3 километра, построят пешеходные и велосипедные дорожки. В настоящее время вдоль дорог создается зеленая зона. Установят и приборы ночного освещения. Мы видим, как усиливается внимание президента к Махалям. Улица Фуркат в нашей Махале была узкой. Теперь ее расширяют в соответствии с требованиями дня. Это радует нас. Все преображается на глазах, воодушевляя местное население. Плачевно выглядели внутренние дороги и в узбекистанском районе, которые в настоящее время на основе специальных программ приводятся в порядок. В этом году планируется покрыть гравием и асфальтом на этой территории 50 километров внутренних дорог. До сегодняшнего дня данная работа выполнена на протяжении 20 километров. В частности, такая работа продолжается на 3-километровом участке дорог 6 улиц схода граждан Моемубарай. Ремонт этих внутрихозяйственных дорог данной Махали выполняется на основе программы «Инициативный бюджет». Проведен прозрачный тендер. Ремонт планируется провести на расстоянии 2 километров 800 метров, а также асфальтировать почти 30% дорог Махали. Последний раз асфальтировали наши дороги в 70-е годы прошлого столетия. Сейчас все обновляется, расширяются созидательные работы. Мы очень рады создаваемым условиям на должном уровне. Спасибо за это нашему президенту. Вот так, метр за метром, километр за километром приобретают современные очертания дороги Ферганской области, открывая новые возможности по дальнейшему расширению благоустроительных мероприятий, направленных на создание достойных условий жизни для населения, повышение его благосостояния.